Полноразмерный фен с тремя температурными режимами и турмалиновой ионизацией. В этом видео мы распакуем фен от производителя Vitek, модель VT8224. Он поставляется в фирменной картонной коробке вместе с насадкой, концентратором и документацией. Это полноразмерная модель для домашнего использования. Внимание сразу привлекает приятный перламутровый розовый цвет корпуса. С тыльной стороны рукоятки используется шершавый черный пластик для более уверенного хвата. На внутренней стороне размещен ползунковый переключатель режимов и кнопка подачи холодного воздуха. Фен имеет две скорости обдува и три режима температуры. Холодный обдув помогает не пересушивать поврежденные волосы или зафиксировать укладку. Мощность этого фена 2100 Вт. Он быстро сушит даже густые и длинные волосы. Решетка, через которую проходит поток воздуха, имеет турмалиновое покрытие. Высвобождающиеся отрицательные ионы благоприятно влияют на волосы, снимая статическое электричество и делая их послушными и блестящими. Нагревательный элемент здесь, как обычно, скрыт от случайных касаний решеткой. Также модель имеет защиту от перегрева, которая отключит прибор, если температура выходящего воздуха превысит норму. Электрошнур длиной 180 см не ограничивает свободу движений. Можно сушить волосы в коридоре или в ванной, не используя удлинитель. В основании ручки есть петля, за которую фен можно повесить на крючок. Фен Vitek с тремя режимами работы и турмалиновой ионизацией подойдет для бережной сушки и укладки даже длинных и густых волос. Здесь есть все необходимые функции, включая холодный обдув. А бонусом – приятный внешний вид, выделяющийся на фоне черных и серых моделей.